И город явно сходит с ума вслед за остальным миром. Я не успеваю читать отчеты, но поверьте, дорогие слушатели, на улице лучше не выходить. Ни под каким видом. Время поломалось. Рассинхронизировалось. Город погрузился в хаос. Конец времени был близок. И вы верили, что можете все исправить? Решение находилось в башне монарха. Противовес. Или РХП, как мы его называли. От него зависел протокол Ковчег. Наш план спасения. Но вам до этого не было дела. Мой план был лучше. Ну ладно. Где они прячут противовес? Два счета найду. Всего-то самое здоровое здание во всем Риверпорте. Пожаловать в Международный офис Monarch Solutions. Это здание известно всему миру как архитектурный шедевр и самый узнаваемый объект на Риверпортском горизонте. Благодаря высочайшему уровню аппаратного обеспечения и системе нейтрализации вредных отходов, тысячи наших сотрудников работают в атмосфере невероятного комфорта, безопасности и чистоты. Monarch Solutions. Мы думаем только о будущем. Нейтрализация вредных отходов.
Ну да, подумаешь, пара дохлых гражданских. Мистер Хайт! О, я думал, что вы... Ну, вас говорят к тому? Не верь всему, что говорят. У меня для тебя задание. Но вы же... То есть я не знаю, стоит ли... Ты все еще работаешь на меня. Да, 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 конечно. Как скажете, мистер Хайт. Бедолага понятия не имеет о поезде. Надеюсь, когда время снова пойдет, его кондрашка не хватит. Что здесь происходит? Я ждал организованного отпора. У монарха теперь новая политика. Кого хотят спасти, берут в ковчег, а на остальных плевать. Все в панике, а Сайрин, похоже, спятил. Никто ничего не понимает. Все ждут конца. Но ты ведь его не допустишь, правда? Так, как мне пролезть в кабинет Пола? Что-то мне вообще не хочется выходить. Мир сошел с ума. Бедняги, куда им понять, что происходит? Жутко, наверное. Противовес был все ближе. Все это время у Пола было средство закрыть разлом. Он просто не понимал этого. Нечего было понимать. Он верил, что от разлома нет спасения. Поэтому он использовал противовес, РХП, для создания ковчега. За хрень. Черт. Их убило нечто, живущее вне времени. Потому и была создана наша программа вооружения. Сайрин знал, что нас ждет. Программа не сработала. Но, мистер Хэш, сэр, если я отключу защиту от зависания, разве если время снова остановится, здание же... Это моя связка. Нет, просто я не совсем уверен, что это правильно. Может, спросим кого-нибудь? Мне поискать твой домашний адрес? Нет! Нет, сэр. Я все сделаю. Уж постарайся. Фиона, откроешь мне дверь? Наверное. Извини, я в этом не особо шарю. Есть тут один, который шарит, но на него полагаться. Все, забей, получилось.
это все?
Надо достать противовес. Монарх настроил против себя весь город. Они надеялись угрозами и насилием предотвратить утечку информации. Но все было тщетно. Вы говорили, что Пол во всем поддерживал Хэтча. Я убедился в обратном. Это было временное недопонимание. Фиона, я пытаюсь добраться до галереи. Галерея, галерея. Ты сейчас в отделе маркетинга, так что... Ясно, ясно, я поняла. Эй, Джек, осторожнее там. В здании происходит что-то непонятное. Монарх умирал. Империя Пола рушилась у меня на глазах. Я ничего подобного не видел. А вот Пол видел. Он готовился к этому все эти годы. Получилось у него не очень. Машина времени? Черт! Вот куда они притащили ядро из универа. Это же машина Пола. Похоже, она на последнем этаже. Что за хрень? Это был Хэтч? Поезд. Внимание всему персоналу! Держитесь подальше от нижних этажей. Они могут быть опасны. Повторяю, не заходите на нижние этажи. Похоже, в здание врезался поезд. Все под контролем. Всему персоналу...
Фиона, снова нужна помощь с дверью. Ты у кабинета Сайрина, хорошо. А, погоди секунду, с этим все не так просто. У Сайрина доступ в камеру РХП, и там будет очень опасный охранник. Ха! Есть. Теперь будь, пожалуйста, осторожен. Пол уже исчез. Но он оставил то, что мне было нужно. У нас есть дело. Готовьте вертолет. 15-минутная готовность, сэр. Характер задания? Общий боевой сбор. И нам понадобится группа техников для демонтажа объекта. Подробности по дороге. Вас поняла, сэр. Доброй охоты. Иди нахрен. Меня достали твои игры. Я хочу забрать то, что ты украл. Да, конечно, РХП. Если бы ты знал, что от него зависит, то давно прекратил бы, но тебе плевать. Точно. Плевать. И остановить меня некому. Да. Да, все будет так, как должно быть. Скоро увидимся, Джек. Мне надоело плясать под твою дудку, псих ненормальный. Зависание уже чуть ли не каждую минуту. Противовес был главным сокровищем Пола, фундаментом его империи, краеугольным камнем его плана. Конечно, мне не терпелось его забрать. У Сайрина остался всего один лечебный прибор. Его время было на исходе. И у остальных тоже. Долгое время Пол управлял монархом тайно. Подозреваю, это лишь усугубило его отрыв от реальности. Семнадцать лет, что он прожил дважды. И все так четко распланированы, по памяти. Он заранее знал обо всем, что произойдет на рынке. Так и разбогател. Пол увидел грядущее. И не выдержал. Он отказался поверить, что все еще можно исправить. И отталкивал всех, кто мог его переубедить.
Пол был сильным лидером и одновременно обреченным. Ему недолго оставалось. Лишь благодаря доктору Эмерал Пол еще не умер, но, судя по их переписке, они были не только коллегами. Я не стану это комментировать. В последний раз предлагаю... Всего один? Серьезно? Слушай, ты же понимаешь, что РХП тебе не защитить. Не в том-то состоянии. Сам просился. Конечно, его есть же чертова фигня. Вставай. Иди нахрен. Знаешь, сколько всего от меня зависит. Ты не пройдешь. Я увидел это лицо и все понял. Их всех обманули. Заставили поверить, что они делают все правильно. Поступают как должно. Лиам Бёрк сделал выбор. Лиам Бёрк погиб напрасно. Ковчег существовал благодаря противовесу. Пол знал, что Уилл попытается его забрать, потому и убил его. А еще он знал, что я тоже попытаюсь. Он не ошибся. Все запасы хрононов из эпицентра собрали здесь для поддержки Ковчега. Этого должно было хватить, пока не найдется настоящее решение. Фиона, я перед камерой РХП. Дверь заперта. Моего уровня допуска не хватит. Но раз мой друг уже отключил систему безопасности, слушай, я не в курсе, какой там план, но дальше все зависит от тебя. Удачи. Я словно вошел в святилище. В камере кто-то дрался и стоял перед алтарем. Подробностей я не знал, но один из участников лежал там мертвый. Это был Чарли Уинкотт. Я так понимаю, он решил не сдаваться без боя. Увы, это плохо для него кончилось. Угу. Интересная в монархии корпоративная этика. На создание противовеса ушло 11 лет. Ради него погибла Бет. Я знал, что он может устранить разлом. Это хреновина. Проблема была в том, что я понятия не имел, как им пользоваться. А единственный, кто знал, умер. Но у меня был способ добраться до него еще живого. Университетская машина времени. Они привезли ее ядро сюда. Монарх построил свою машину времени над камерой РХП. Туда-то и лежал мой путь. Вы еще верили, что можете спасти брата? Да.
Пол забрал ядро из университетской машины и вставил его в свою. Все его патологическое стремление к власти. Но благодаря этому у меня оставался шанс все исправить. Я мог вернуться назад, спасти Уилла, прежде чем Пол его убьет. Если у нас будет противовес, будущее еще можно изменить.